Мы возле Джорни. Сейчас обходим его, смотрим. В таком темно-сером цвете. А, и капот менялся, да? Мне говорили. Два крыла передних, капот заменены. Вот зазором. Ну так, не идеально, но нормально. Ну, вот капот тайванский. А и крыло, и капот тоже Тайвань, да, были? Да. Угу. Тут чуть зазор. И тут чуть есть. Вот эти бампера, которые на трех защелках. Угу. А и тут уже видно, есть коррозия. Тут двери чуть-чуть тоже есть. Вот тут зазор, я вижу, тоже не идеальный. Потому что тут он больше, тут он меньше. Это крыло, видимо, не так чуть выставили. По комплектации бесключевой доступ есть, лобовое стекло родное, это родное. Потом это родное. Кстати, дверь открывается у него прям на 90 градусов. Так, третий ряд сидений также присутствует. Грязноватый, конечно. Химчистка или хорошая-хорошая прямойка. Вообще тут была бы не лишняя. Из-за коска. И не одна. Вот есть. Какие-то грязные следы. Так, дефлектор, он их любит ломаться. Тут дефлектор целый, тут дефлектор целый. Регулировка климата сзади. Потолок. Так вот, ну не провисший, у них он часто такой. Подголовники, кстати, это активные подголовники. Они отбрасываются при ДТП. Дальше это сиденье у нас отъезжает вперед-назад, спинка наклоняется, чтобы можно было залезть. По карте какие замечания тут? Ну, кроме грязи, в принципе, ничего. А, вот это стекло у нас родное, не? Да, это стекло тоже родное у нее. Это 17-й год. На... Ведьби и это, и сирена началась? Что это за прикол? Так. Задняя крышка. Ну, тут вообще закоцано так. Не слабо. А, ну, давайте. Ну, может туда одну отодвинуть. Видите, вот тут подзакоцано. Угу. Тут убирать и убирать, конечно, надо. Угу. Тут крат вижу. Под ГБО. Там получается вырезано. Там же двойная это. Карман и второй был карман. Вот эти все ключи сюда перенесены. Да, понял. И там поставлена заглушка правая, наверена тором. Потому что 52 литра баллон влез. А, я понял. Так, заднее сиденье вообще хорошее. Когда ложите. По заду тут все зацарапано, тут все, ого, тут вообще сильно зацарапано, тут все раздёрнуто. У вас она какая подёртая такая, я ж сейчас в шоке чуть-чуть. Не, тут багажники, вот. Ощущаю, что тут кто-то что-то успел повозить. Да тут, да, вот тут возили походу всю ее жизнь что-то. Не попадается этот. Бывают по 500 гривен вот эти пластики. А тут пластик, пластик. Это уже не восстановить потолок. Весь потолок разрешу менять. Он подертый там, подертый там. Вот этот пластик подертый, этот весь раздертый. Тут заглушки нету. Ну да, багажник это еще, наверное, сейчас самая слабая сторона. Камеры нет, а есть патроники. Так, тут что у нас? По зазорам все нормально, стекло родное. Тут, наверное, сейчас не вижу отсюда. Не, родное. И переднее водительское тоже родное. Резина шипованная, летняя тоже, да, вы говорили, есть? Да, летняя есть. Гудиер 225-60-17. Типа все сезон зимняя.
Вот я тут не вижу ее. А вот резины. 21-й, наверное, первый. Угу. Ну, вот обычно либо с двух сторон пишется, либо с одной. Тут, наверное, где-то внутри написано. А вот 19. Нет, не вот. Четыре цифры вместе должно быть. Да, внутри где-то. Сейчас открывается. Угу. Так, под капотка. 21-й? Да, видно, 21-го года, да? Подкапотка. Крепление фар целое. Это блок, который тут я все поменял. А, ремень. Что именно? А, ну я ремень, понял. Ролики, угу. Помпа заменена. Есть, ага. Документы могу подтвердить. Не то, что там просто сказал. Угу. Это давно вы меняли? А, только-только. Ну, крыло менялось, это понятно. По силовой, в принципе, не вижу ничего. Лонжероны ровные. Полка крыла ровная. Капот тоже уже начинает лезть. Да, капот надо по-нормальному. Капот $400. Крылья где-то так же. Оригинальные. Угу. Я на эти деньги готов выступать. Угу. Антифриз в уровне. Гидроусилитель в уровне. Клапаны не течет. Ролики сухие. Телевизор, тот усилитель, все сухое. Он не сухое, все целое. Катализатор визуально на месте, катушки одинаковые, ну и тут все сухо. У ГБО стоит вариатор ООС дополнительно, потому что тут не без гидрокомпенсатора. Не-не-не, я не уровень смотрю, а этот. Ну, вообще, цвет, да, эмульсия там такое. Все тоже чисто. А что бывает? Ну, это больше, наверное, показатель пробега, либо некачественное обслуживание. Бывает, типа, а, как... Желтые, не, ну, как будто там все грязное, типа, как бы так сказать, налеты, такое масляное накрапление. Я по моточасам привык просто менять. А масло в коробке не меняли? Менял. Просто, ну, вообще тут свежее, красивое, чистое. Ну, маску вот это вот. Угу. Вон редуктор стоит. Да, по подкапотке, в принципе, тут все хорошо. Да. Так, тут у нас резинка подрана. Целая. Сиденье. Сиденье целое, подушка целая, подлокотник не целый, подлокотник он растресканный. Руль кожа, у нас есть, кстати, бесключевой доступ, есть запуск с кнопки, автомат, климат двухзонный, 7-местный электропакет, мультируль с этой стороны у нас круиз-контроль, забыл как называется, управление магнитолой, видно, есть громкая связь на магнитоле, пробег 200 с копейками заявлен, а вот нет, 185 960. Так, задние патроники, зеркало с автозатемнением. Нормально. Тут какое-то пятно, ляп.
Грязно, капец, конечно. А, можно ключ ее? Заведу. Ну, можно просто положить. Пока включаем зажигание. Подушки, чек, все тестируется. Масло заводим. Машина слегка прогрета. Обороты не гуляют. Работает ровно, завелась хорошо по рейке. Наконечником, тягом. В принципе, ну что-то слышно, какой-то звучок, наверное. Либо наконечник, либо карданчик разболтанный, ну это такое, его можно и не делать, оно не будет слышно ни везде, никак. Так, дворники, поворотники, руль регулируется по высоте, по вылету, регулируется. Все, работает хорошо, коробка на месте, переключает без замечаний. По работе, в принципе, у меня вопросов по ней не будет. Немножко тоже подзатерта кнопочка. Кнопочки работают все. Так, по работе вообще. А ключ один у нее, да? Китайский с автозаводом, я не брал с собой. А, на втором, то есть автозапуск, да? Ага, понял. Да вы тут уже делали, я так понял, да? Ну, тогда сейчас подключается диагностика, к ней прочитаю ее. Пока что могу сказать. Пока, конечно, вот, что она подзасрана максимально, как только можно. А технически, я думаю, будет хорошая. Ну вот, сейчас пока она мне не очень, конечно, поэтому. По состоянию чистоты, затертости, там все дела. Внешне хорошая, техничка хорошая, обслуженная. Куча документов есть по обслуживанию. Ничего делать не надо. Но капот подгнивает. И по клюву тоже. Сейчас этого ничего не видно, кроме как снутри. Ну, я думаю, пройдет время, оно полезет сюда, вот на кромку. Может, такие есть притертости минимальные. Ничего такого особенного. Все, подключаюсь к диагностике сейчас. И проедемся на ней, посмотрим, как она себя ведет в ходу. Ну, пока, наверное, я думаю, можно поискать что-то еще.